ничего с ним. Или раненый, может, или застрял? Да, скорее всего, я говорю, застрял он ногой. Течением бы его так просто не занесло, я думаю. Он, может, переходил и занесло его сюда, нахуй. Лось, сука, а, блядь. Блядь, столько мяса, ёбана в рот. Он у медведя его сейчас, да, он сюда придет. Ну. А если его привязать? Нахуя? А у карауль, чтоб медведь не растащил его сильно. Приедьте, подкараулите, он лабы сделает наверху. Он 100% сюда придет. Хуя себе мясо столько вонять будет. Собакам бы, блядь, было бы подъехать. Собаки бы хавали. А чё подъехать? Лопатки лытки можно отрезать. И попасть и себя нахуй снимать. А он тухлый. Ну и что, что тухлый? Вот видео мы снимаем, он тухлый. Чё, не видите, что ли? Вот мы, блядь, нашли его. И никто ничего не скажет. Мы его вытаскивали с вами, ебать. Нихуя, чё он... Мы его застрелили, он ногой там застрял, что ли? Вот он, вся морда черная. Чё, пойдем-то?